Таран-саран, с вами Риран. Кажется, что раньше такого не было, чтобы парня невозможно было отличить от девушки, или наоборот. Сейчас же сплошь и рядом, а тем более это очень распространено в кей-поп-индустрии. Давайте попробуем разобраться, кто перед нами, он или она. Я решила пройти этот тест, ссылку на него я оставлю в описании. Это первая часть, я видела на сайте, есть еще вторая часть. Если вам понравится это видео, я пройду и вторую часть. И что касается самого этого теста, я думаю, его стоит показывать тому, кто не знаком с кей-поп и не знает его достаточно хорошо. Я знаю многих айдолов, поэтому я думаю, что для меня будет тест не слишком сложный. Но с другой стороны, это как раз таки можно проверить, так это или не так. Поэтому давайте начнем. Так, если я не ошибаюсь, это девушка из Мисс А, но я могу путать. Ну, будет позорно, если это будет не так. Значит, так, это у нас обозначение девушки, парня, и это типа не знаю, но мне кажется, это девушка. Джина или Джина из Мисс А, ну, наверное, правильно Джина говорит, но я ее узнала и думаю, что именно это мне помогло. Но это же Тао! Тут можно по ногам спалить, мне так кажется. Но на вот этих фотках он настолько прям, ну, белоснежка. Он мальчик у нас. Правильно. Так, но это может оказаться девушкой в парике, например, для какого-то номера. Но с другой стороны, он мне напоминает почему-то, не знаю, напоминает мне Грома из M-Black. Я выберу, что это мальчик. Я ошиблась, это девочка Юрия из СНСД. Но я же говорю, наверное, переодета была под какой-то проект. А, это Макне из Infinite, и он мальчик. И мне кажется, это не самый лучший парик, который бы ему подошел, потому что он действительно настолько миленький-миленький, прям вот утонченный. Если бы он выглядел несколько иначе, то легко можно было бы спутать его с девочкой, но он у нас мальчик. Да, Ли Сан Джон из Infinite. Это у нас... Может быть, это кто-то из Super Junior, может быть, нет, но мне кажется, это из каких-то старших групп, потому что вроде бы я даже эту фотографию когда-то видела, но так-то я могу, в принципе, предположить, что это все-таки парень. Мне вот я по лицу вижу, что это все-таки, наверное, парень. Парень-то. А, это Кевин из Викис. Не, ну Кевина я знаю, но не сильно там прям, чтоб хорошо, но он такой миленький тоже. Так, а это у нас кто? Похоже на Ксену Принцессу Воин. Я его или ее не знаю. Но там похоже, что вроде бы как даже грудь есть, но где-то тут должен быть подвох. Поэтому я предположу, что это все-таки кто же это парень? Сейчас я на руки посмотрю. Это все-таки парень, я думаю. Или девушка. Я все-таки думаю, что это парень. А, Кюхён из Суджу. Я его не узнала. Отвечаю, вот его я не узнала, прям хотя знала. Это Эмбер из FX. Тут я не перепутаю, и она девушка, поэтому тут я тоже отвечу правильно. А, ну это актриса, которая сыграла, по-моему, это даже из дорамы, то ли «Для тебя во всем цвету», по-моему, да. Я не помню, как зовут эту актрису, но она девочка. Соли из FX, точно. Точно, точно, точно. А это N из VIX, и он является моим бесом в этой группе, поэтому я его тоже не перепутаю, и фотку я эту видела, и выступление такое опупенное там было, но я там потухала просто именно с Кена. Кто видел это выступление, отпишитесь в комментах, вы тоже ржали, когда смотрели его, но он у нас мальчик. Да. N из VIX. Так, ну это, по-моему, девочка. Да, это, по-моему, девочка. Она, наверное, актриса какая-то. Я не уверена. Ну, не может быть мальчик. Девочка. Я не знаю ее, но мне кажется, это девочка. Да. Нинхи из Baby Vox. Я не знаю ни группу, ни девочку. Ну, это же олененочек наш. Это Вухан. И еще фотку такую выбрали, что он, ну, правда, тут вот... Да, это Лухан. Но это тоже девушка. Я вижу впадинку для груди, я ее не знаю. Может быть, не знаю, может быть, это Гаин. Я могу ее перепутать с кем-нибудь. Но мне все-таки кажется, что это девушка. Хотя, вы знаете, парни, когда накачанные, у них тут тоже может быть в зоне декольте похоже на
что-то там вроде как, что что-то должно быть. Здесь может, конечно, оказаться подвох, но это девушка, потому что я не вижу КДК, и я не знаю точно, кто это, но все-таки это девушка. Анарша из Бэк. Да. Это должен быть парень, просто обязан быть парнем. Причем лицо такое знакомое, тоже это может быть. Я отсюда вижу кадык уже, это раз. А вот угадаю ли я, кто это, мне кажется, я его должна знать. Сейчас буду пищать, наверное, парень это. Синхён из Эрти Айленд. А, нет, вот, его я не сильно хорошо знаю, поэтому все нормально. Вы гляньте на эту даму в красном. Девушка в красном, но это Сухо из EXO, поэтому тут вопросов нет, но он очень тут красивый, да, Сухо из EXO. О, это же кто? Я не знаю, кто это, мне кажется, может быть, я просто не узнаю, но выглядит крайне мило. Мне кажется, что это парень все же. Не знаю, почему. Какому признаку я это определяю, мне кажется, что это парень наряженный, потому что тут похоже как бы на парик, ну вот такое ощущение, что специально создавался образ девушки, но я могу тут, конечно, ошибиться, но мне кажется, это все-таки парень. Лию из Офкос. И вы посмотрите, какой он мужественный вообще, ну то есть кажется его перевоплотить в девушку, но с другой стороны у него такие красивые глаза и у него такие черты лица, ну в общем да, замаскировали его хорошо. А это Сонже из BTOB, я тоже его знаю, я тоже его не перепутаю, поэтому он мальчик. 15, а сколько тут всего вопросов, так. 16, я уже 16 ответила. Ой, мне кажется, это девушка. Мне кажется, это девушка, но я не очень хорошо девочек знаю, поэтому могу, ну, как бы, не могу, то есть, назвать, кто это, но это все-таки, мне кажется, девочка. И такие плечи, шея, не может быть это мальчиком. Вайн из Хэллоу Венус. У нее глаза такие, она прям вот кукла. Кукла. Так, а ты кто? Ну, опять же, волосы такие, как будто лезет там на голове телефон. Я не знаю, кто это. И это, видимо, клип какой-то или еще что-то. Но такое ощущение, что на голове парик, опять же. Поэтому я могу предположить, что это парень. Но, с другой стороны, я не вижу КДК. Но, с третьей стороны, там может быть тень и очень тоненькие пальчики. Поэтому я буду думать, что это все-таки девушка. Да. О, это... Айю, как я могла не узнать? Боже, это же моя любимая исполнительница среди девушек. Как я могла не узнать? Ай. О, это Тмин. Вот тут я уже просто не могу не узнать, потому что это Тмин, и он без всяких париков и без ничего его и так легко спутать. Но я знаю, что это Тмин, поэтому я не буду долго себе компенсировать мозги, и он у нас мальчик. Окей, так. А, это G-Dragon, и это Биг Бен, и он парень, и это они делали пародию на фильм «Таинственный сад». И, ой, боже, она там такая смешная, особенно если вы смотрели саму дораму, то потом посмотрите вот это обязательно, эту пародию, найдите в интернете. И если вы знаете вообще группу Биг Бен, ну, это просто зашквар, я даже показывала своей сестре, она там угорала с них, но это G-Dragon, и он парень, и он очень секси. Такой получился тут, конечно, да. Ай, что-то тут написано, но я что-то ничего там не поняла. Окей, так. Это парень тоже. Ну, какая-то пушинка прилипла. Это парень, и я его знаю, но я не помню, из какой группы. Возможно, он из Seventeen. Я сейчас просто говорю, я боюсь сказать и ошибиться. Может быть, он из другой, из какой-нибудь группы. Но он вообще вот, как вот чуть ли не... Второй Рен, то есть Рен сначала из Неистов засветился как парень, который реально парень-девушка. И потом появился он, и многие писали, что он даже красивее, чем Рен, и более утонченнее, чем Рен. Вот, опять же, вопрос спорный, я не буду утверждать ни то, ни другое, но вот я его этого парня узнаю. Если сейчас окажется не тот парень, а на кого я думаю, а вообще девушка, это будет пипец просто. Я все же думаю, что это парень. Да, он из Seventeen, значит, я думала на того, да. Он похож на эльфа прекрасного. Тут еще такой кадр, где он в свету. Ай, ну это девушка, ну тут видно, что это девочка. Не знаю, откуда эта девочка, но это стопудово девочка, тут сразу.
А, из Эйпинг, Хайон. Окей. Ну, тут было видно, что это девочка. Ай, ну это мальчик. И опять такая... А, это, блин, мне кажется, это Джиджун из Джиджу. У него просто такие глаза и эти гемешочки. Мне кажется, это Джиджун. Я не видела этой фотки, но мне кажется, что это он. Я могу ошибиться, но мне кажется, это он. Джиджун из Джиджу. Боже, так приятно, когда ты думаешь, а потом оказывается, что так и есть. Идем дальше. Но мне кажется, это девушка. Если это будет парень, то, ну, с другой стороны, так волосы уложены, как будто бы это парик. Но все же мне кажется, что это девушка. И не знаю, кто это. Я ошиблась. Ильхун из Битуб. Я знаю. И парня этого, и Битуб как бы более-менее так приблизительно чуть-чуть я знаю. Но, конечно, попутала. Так, ну тут фотка вообще прям далеко-далеко, и тут очень легко перепутать. И тут такие переодевания, и такой засвет на лице. А, и там на фоне парень, у которого такие мужские довольно плечи, поэтому я могу предположить, что это какое-нибудь было какое-то шоу с переодеванием, поэтому вот, ну, буду на этом основываться и думать, что это все-таки парень. Джекон из АМ. Я АМ плохо знаю по составу, поэтому... Это Хичоль из Супер Джуниор. Гляньте, уже 26-й, поехали. Это у нас парень, нужно поспешить. Я даже не знаю, сколько здесь вопросов. Ладно, мы угадали и не ошиблись. А это Сани из Girls' Generations, и она девочка. И я же говорю, нужно проходить этот тест тому, кто не знает самих айдолов, поэтому было бы, да. Вот она, гляньте, тут красавочка Ариэль. Это Рен, я только за него говорила, из Неисты это он. И мне кажется, можно было бы выбрать фотку, где он вообще прям писаная куколка. У него тут даже КДК, гляньте, практически не видно, но он парень. Да. Буська такой. Твой нюх как у собаки, а глаз как у орла. 26-28. Я сейчас посмотрю, на ком я ошиблась, но тут вишенка, он самый такой тут. Ай, боже. Что мне надо для счастья? Более-менее нормально пройти тест. Давайте посмотрим, кого я там не угадала. Отмотаем время назад. Что-то я уже и не вижу. Ну, ладно. Значит, это не столь важно. Я думаю, что я с тестом справилась, в принципе, хорошо. Я думаю, я молодец. Напишите обязательно о своих результатах в комментариях. Надеюсь, видосик вам понравился. Саран-саран, с вами была Ариран. Всех целую. Пока-пока-пока.